февраля 1915 года. Дорогая Сюзанна, невозможно описать весь ужас, который здесь творится. Все совсем не так, как я себе это представлял. Сегодня, когда я молился за души тех, кто погиб так ужасно и так героически, я понял, что молюсь и о собственной славе. Разве плохо мечтать о том, чтобы прославиться в бою, как это было с моим отцом? Хотя Тристан и Альфред так заботятся обо мне, что, скорее всего, у меня никогда не будет такой возможности. Сюзанна, теперь я понимаю, что не отец был прав, а я был наивен. Пусти меня, черт возьми! Пусти меня! И все же наши тела находятся в Божьей власти. Мы бесстрашно и уверенно идем в бой с именем Господа на устах. Нас сажали здесь! Переждем!